шесть малышей прыгали в кроватке, один упал и набил себе шишку. Мама позвонила, и доктор сказал: больше не прыгайте в кроватке. Четыре малыша прыгали в кроватке, один упал и набил себе шишку. Мама позвонила, и доктор сказал: больше не прыгайте в кроватке. Три малыша прыгали в кроватке, один упал и набил себе шишку. Мама позвонила, и доктор сказал: больше не прыгайте в кроватке. Два малыша прыгали в кроватке, один упал и набил себе шишку. Мама позвонила, и доктор сказал: больше не прыгайте в кроватке. Один малыш прыгал в кроватке, вдруг он упал и набил себе шишку. Мама позвонила, и доктор сказал: больше не прыгайте в кроватке. Никто не прыгал на кроватке, никто не упал и не набил себе шишку. Мама позвонила, и доктор сказал: отправьте малышей обратно на кроватку. Yeah!